себе, что я снимаю все. Она начала снимать меня и Данила. Да, я снимаю все, что у нас происходит. Протесты, митинги. Спасибо. Будем следить. Помните, в начале мероприятия спросила у Данила. У нас есть демократия. Да, мне Луи сказал, что есть демократия. Я говорю, через 20 минут увидим. Ну, увидели, чуть-чуть подрались, хотели порвать мне плакат, но Даниил меня защитил. Нет, вас защитил свобода слова. Он подтвердил, что есть свобода слова. Ну, по крайней мере, сегодня, пока Даниил рядом со мной. Все, спасибо. И вас выгнали. Коммунисты, какие коммунисты? Списки давали люди из деревни и заняли потом ваши дома и ваши земли. Коммунисты не знали, кто у вас враг народа. Я не могу, 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 я не мог